Власти Армении своими действиями навлекают новую войну. Они скрывают от армянского общества кулуарные договоренности с Азербайджаном. Как передает Ахарас, таким мнением поделился армянский депутат Андраник Тиванян. Нам не говорят, о чем договаривались в Сочи. От нас скрывают, почему фактически провалилась встреча вице-премьеров в Москве. Мы, конечно, получаем информацию из-за кулис. Но было бы желательно, чтобы власти сами нас проинформировали. В Ереване неизбежны новые шоки и сюрпризы для общества. В Баку и не скрывают, что Зангезурский коридор могут получить и силы. Понятно, что у Армении нет сил противостоять Азербайджану. Получается, что Ереван изначально согласился провести делимитацию и демаркацию на невыгодных для Армении условиях, отметил армянский депутат. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.